И ты думаешь, что мой сын там? Ведь Питер не умер. Крэйг, что вам замечательной удачи. Увидимся, как мы. Крэйг, подожди. Если уедешь, они сразу рванут к Миллис. Не дожидаясь тебя. Ко мне вернись. Как же? Да. Ему 200 лет, наверное. Давай поаккуратней. Ну, короче, вначале видели, что он как надо ерзал. Как оно происходит, фиг его знает. Вот вам этот ваш фейковый Dual Touch, якобы. Как он работает, блин, черт его знает. О, опять. Немного, значит, этим расстреливает воров. Мне на тебя устраивают такие порядки. Ты же знаешь, Эбби, она не смогла там остаться. Вообще-то я не уехала. Кто-то уверен? Надо держаться вместе. Восточный народ. Да. Так что, народ, этим вашим фейковым дуалтачем фиг попользуешься. Но, ладно, фиг с ним. Маленький нюанс. Как работать с терминалом? Во-первых, немногие знают, где он есть. Сейчас покажу. Ой. Вот этот гребаный дуалтач, видимо. Блин. Так. Вот как должен нормально выглядеть, да? Но у большинства сейчас покажу, как он выглядит. Изначально. Впрочем, как раньше и у меня. Вот, что-то мелкое вдали, фиг читабельное. Так вот, если у вас такая фигня, нажимаем еще, настройки, размер шрифта, ну, увеличиваем побольше. И все, и можно вводить команды. Но я сейчас уже буду отключать эту хренотень. Сначала, напоминаю, нужно SU, ну, суперюзер. То есть, чтобы он получил права на все. Видите, вот эмулятор терминала получил права. Ну и теперь команду набиваем. Ту, которую вам надо. В зависимости от того, то есть, что вы хотите. Блин. Ну-ка. Вот видите, если он вам ответил, что нужно перезагрузиться, там тыры-пыры, значит все верно. То я предыдущее видео пытался сделать, слава богу, оно мне испортилось. Оно было 40 минут, блин. Я команду неправильно набивал, делал лишний пробел, а она как бы не срабатывала. Но это так, он мне сказал, что надо перезагрузиться, значит все сработало. Ну, я перезагружаюсь, а вам все. Пока.